Теперь светло. Более 12 километров линий наружного освещения удалось привести в порядок в рамках специальной программы за последние 2 года. Жители улиц 2-й Отрадной, 2-й и 3-й Елочных и еще ряда других могут теперь не бояться темных зимних вечеров. Старые деревянные опоры здесь заменили на бетонные. Установили новые светильники с лампами повышенной светоотдачи. У нас были большие трудности с освещением здесь. Почему? Потому что провода были не изолированы, ветхие, старые. И при первом дожде, мокром снеге, у нас полностью освещение здесь выключалось. Сейчас сделали в изоляции, заменили все вот эти как светильники. Население очень довольное. В общей сложности текущий капитальный ремонт был выполнен на 15 улицах областного центра. В приоритете оказались те места, где есть образовательные учреждения, детские сады и школы, а также пешеходные переходы. Чтобы свет появился на той или иной улице, не обязательно ждать, когда в бюджете города появятся деньги. Помочь с решением проблем могут и депутаты. Депутаты хорошо знакомы со своими округами. Жители напрямую обращаются, и поэтому самые острые проблемы депутатам хорошо известны, и депутаты напрямую работают уже с нами, и в кратчайшие сроки стараемся проработать вопросы для того, чтобы решить все насущные проблемы. В бюджете города на следующий год предусмотрено порядка 15 миллионов рублей на освещение. В списке как центральные улицы, так и участки в частном секторе. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.